Это перформанса по-русски, четвертая кнопка вроде или пятая. По-русски? Борис, возьми кнопку, нажми, прослушай все тексты. А какую кнопку надо нажимать? Алло. На любую нажимай. Какую кнопку? Любую. Пятую? Слушай. Слушай, что говорят. Переключай, на разных языках говорят. Найдешь. Нет. Точно. А что за очки у тебя, Серега? Гуччи? Да нет, это с одесского базара, они еще остались, я не помню. 30 копеек.
Коля, Коля, скажи сегодня. Коля. Потом уже, я сейчас прямо. Завтра последний день. Юр, вот, винишко. Как называется вино, Серега? Сант-Эмильон. Самое дорогое вино в Париже. Не самое дорогое, но самое хорошее. Да. Что ищешь, Серега? Ищу бокал. За встречу надо выпить, за здоровье. Да. Сейчас чефир варится уже. Да? Так это не включено, Серега, надо включить. Чего чайник не работает там? А это специальный чефир. Ты же не туда включил, ты что включил? А. Как его включать не надо? Так нет, ты включил телевизор какой-то, смотри. Да. Ну. О, сейчас пойдет. Сейчас все гнем. Ты налил? Угу. Я же не снимаю, пожалуйста. Так, покажи, где мы спать будем. Ну что, нормально выглядит, красиво выглядит, Серега. Накачанный. Не надо. Чего? Я ищу это. Я спорзал с ним. Да? Спорзал с ним. Я снимаю спортзал, Серёгин. Так это дом сносить будет, да, Серега, или нет? Это все будет сносить. И это тоже, да? Где мы сейчас? Где мы сейчас? Сейчас нет, потом. Может быть, еще и оставить. Вопрос интересный. Да? Может быть, мэрия 11-го района, карту Жиганскую. Да? Да. Ну, стакан у тебя блатной, Серега, самый блатной. Какой? Вот этот, желтый. Да? Это чистый стакан. Ну, у тебя этот шкафчик блатной вот на кухне, караул. Да? Ага. Вот так. Как автобус такой, чик-чик. Да? Ну скажи что-нибудь, Жиганам скажи что-нибудь, Серега. Привет, пацаны, все. Всем, да, Жиганам. Это, бой с тенью сделать, Серега, бой с тенью. Да, о, в форме. А. Все нормально. Да. Скажи вот эту кучу, если разгребут, двадцатку дают. Не надо. Да, все нормально. Придут люди, разгребут и получим двадцатку. Да, базара нет. Люди будут разгребать, мы будем получать. Да, покажи кассету, которую ты слушаешь, как называется. Да, самая крутая. Тёлки корсиканские. Корсиканские, да? Серьёзно? Весь Париж захватили корсиканцы. Мафия. Да, корсиканцы. Юстиция-министр фронт Корсика. Наполеон тоже фронт Корсика. Да. Угу. Ну ладно, Серега, давай я тебе бужу, все. Все, давай. Давай. Иди сюда, все, секунда пишется, Серега. Это для архива. Для какого? Для архива, да. Привет, Жиганам, привет передай. Скажи что-нибудь. Коля, покажи. Про что говорить? Про Жуков сегодня. Да, Жуков. Все нормально, привет. Серега, я тебя снимаю. Как ты карту потерял? Вот еще я могу найти. Карту? Проходи, пожалуйста. Ну что ты? Да новую карту купим, пойдем сейчас. Что? Как? Телефонную карту потеряли и все. Ну туда не пусть. А, это уже пусть. Это там место. Да. Помест. Так проходи. Бой с тенью сделай, Серега. А зачем? Не хочу, Юра, болит рука. Да что она у тебя болит? Я вчера неправильно вел себя. Где? На дискотеке. Избил? Да? Нет, никого. Никого, зачем его убить? Куда я делал? Звоню господину Шалаеву. Да. Проживающему в городе Таллине, находящемуся в розыске с 1962 года. Гран-криминель. Да, гран-криминель. Сколько часы стоят, Серега? Десятку долларов стоят? Нет, подарили. Ну вот так они сколько стоят? Не знаю. Они недорогие, как память. От воров? Сорок минут можно говорить. Ну говори. А, ты знаешь, кого встретил, Коля? Эдика Вахта.
Да? В Таллине, да. Я ему говорю, он нам деньги должен. Алло, здравствуйте. Да, это вам звонят из магазина, из Парижа. Нас сегодня ночью обнесли на два флакона Дюпона. Вы там не в курсах, нет? Да, ну вы знаете, там есть такие данные, что они куда-то в вашу сторону двинулись. Да, мы вас ставим, да, мы... Я повторяю. Ну не баб снимает, фильм снимает. Все. Сейчас, Юрий, сейчас прикольно. Ты не экономь бабки, нормально все, у нас тут с деньгами все в порядке. Мы ночью не спали, у нас все заебись. Да. Сейчас дам тебе. Блядь, не сплю вообще уже 3 ночи, блядь, в дурдоме, блядь. Вчера были на боксе, проиграл русский, жалко. Жалко, блядь. А дрался этот, Вихору, Валерий Вихору, за чемпиона мира. Да, вот я и говорю сейчас, а сейчас он дрался, вот, и сейчас мы поедем в гостиницу, туда снимем. А сейчас мы встречаемся, там, видимо, мы будем вместе там чики-пуки разводить, там, с Бодни, со всеми, видимо, обедать все вместе. На да. Сейчас... А что ты так хочешь помыться Дюпоном этим, что ли? Он знаешь, сколько у нас стоит? 12 копеек 3 литра, ну. У нас тройной антиколон дороже, ну. У нас тройной антиколон дороже, чем твой Дюпон. Ну. Не, серьезно? Я охуел, блин. Какой Дюпон, блядь? Тройное все, ну. Живя нам тройным надо, скажи. Я знаю, что это тебе не надо, но там людей-то доведи до ума. Ну какой Дюпон? Тройной, блядь, всегда был тройной, ну. Бля, все выросли на тройном, бля. И вовнутрь, и снаружи, бля, и хоть кто умер. Ну, а Дюпон еще неизвестно, что будет, ну. Помажется и будет, как раковая шейка, бля, ну. Сейчас даю Юрку тебе, давай. Давай, Юрку. А, слушай, я тебе не говорил, что Ванька же умирает. Наконечник. Под Москвой. Да. Да, с головой. Третий приступ инсульта, бля. Все парализовано, лежит, все через трубку кормят, нахуй. В коме, бля, был 10 дней, у меня все. Пиздец. Да. Я понял все, я понял. Ну ясно. Да. 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 А я знаю. Ну потому что там уже все, закончился приход. Теперь будут дербанить друг у друга, сам знаешь как. Ну. Все. Раньше, бля, шли ты. Ой, бля, будет пиздец. Я знаю. Да. Не, нормально. Да. Да. Ой, да, блядь, всех так подчистят, чтобы быть здоров. Так а я вчера с питерскими говорил, говорю, блядь, раз в месяц, регулярно, как только кто во главе встал, нету нахуй, встал, нет. На мотоцикле подъезжают прямо на улице, днем, блядь, в башку хуяк и поехал, блядь. Понял, что творится? Мы с питерскими вчера мы сидели, блядь, на базаре, там, чики-пуки нахуй. Блядь, ну. Все, да, ну все, рад был слышать я, давай, Юга, все, давай. Алло. Ну взяли, все. Я взял две самых больших две бутылки. Ну? Ну, примерно около 700 крон, бля. Не так дорого. Не да, стоит. 325 франков. Ой, 325 франков, бля. Да. Ну, вместе. 325 это. Ну наебали на $50 тебя, успокойся. Все. Ну дешево. Да он дешево, я не знаю, сколько в долларах там. Ну, 50 долларов. $50 где-то бутылка. 100 миллилитров. Ну не знаю, такой есть. Короче, у меня вон чек что-то там есть. 640 или... За два флакона. За два флакона самое большое. 640. Вообще пиздец, блядь, дешевле тройного одеколона у нас, блядь. Ну я хуй знаю, 625, 640 или там это, этих, блядь, франков. Да хуйня это все это. Да. Давай, завтра звони. Чего?
Завтра утром улетаю в 8:10. Да, в 10 буду там уже. Ну позвоним тебе в 4 утра с аэропорта. Ну давай, давай, все. В 4 утра тебе позвоним с аэропорта. Он пьяный, он бухал сюда. Ну, давай, я Колю звони, давай. Давай, Коля, звони, Коля. Это же не так. А что вы Коля говорили? Давай, давай. Коля, 0-1, да? 0-1? 0-1, 56, 38, 44, 20, наезд. 2. Куда ты звонил? Вот, наверху 22. Да, смотри. Давай, 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 Коля, звони. 22. Говорит, что этот белорус орёт, блядь, пьяный, блядь. А ты ему сказал, через раз он тебе звонит. Она говорит, пиздец, не представляешь, что творится. Да? Да, хуёво, только единственное, все нормально, только единственное, что плохо, что Ванька умирает, короче. Он сейчас под Москвой лежит. У него, блядь, третий приступ инсульта. Все там будут, правильно? Хорошо. Вот. Ну что, надеюсь, что мы нормально. Мало что им потом не продлят, от того, что им... Ну как, уже в то время, Кристина, как они делали? Ну, все, знаешь, менты эти советские. Как эта улица называется, Серег? А? Улица как называется? Улица. Улица имени... неизвестного албанца. Тофика Бея? Нет, албанца. А почему албанцы? Это проститутки албанские стоят. Албанские, да? Албанская бригада их тут поставила. Да? Да. Сутенеры поставили их, что ли? Сутенеры? Ну. Я не знаю.
А как сутенер по-французски? Сутенер, это и есть французское слово. По-русски это сутенер. Uh-huh. По-русски, наверное, переводится как иждивенец, блядь. Педераст. А, нет, педераст это другое. Смотри, как все. Все, точно знаю, ты споришь. Ты уже здесь кольцевая. Маратон, да? Да, да. Осторожно, смотри за дорогой, если смотри. А кого? Вот ушла Хонда вот такая, вон да, была. Да, ушла Хонда, у вас Рэнда. Осторожно. Мы едем. Нужно стоять. Где-то 50% всех лесов во Франции повалили. Да? Так что будет скоро табыш хороший на дереве, на древесине. Сейчас вот это вот все это там двинут, и все будет в порядке. Грон натур катастроф. Да. Грон. Ну хороший, красивый парк, видишь, что превратился. Бегают там, да? Сейчас будешь ехать, Юр, у тебя пленки не хватит снимать, весь парк почти повален. Это Венсенский лес, и в Булонском лесу то же самое. Чего убирать мусор, а... Это как Бирабай, да. Бирабай по деревьям стучит. Да, вот он, понял? А тренирует он какого-то этого белого. Угу. А там его негритенок бегает, да? Да. Лох какой-то. Он же надо бить, втыкать, а он, блядь, касание. Красивый зал. Королева Николай жили. Да? Французский загородный была резиденция. Угу. Я не помню, какой Луи. Ну и потом голову. Нам надо с тобой из Голландии цветы привезти. Я ушел и закрыл ключ, но не остался у них. И они заходили в туалет и нассали мне в эту пальму. Ворики в пальму нассали, пальма за... А потом мы выбрасывали с балкона ее. И она погибла, слышали? Да? Кристина, идиот. Ворики минские, минские. Хорошая пальма была, красивая. Жалко пальму, да, Серега? Убрали. Блин, заведи машину, Серега. Уже убрали. Сколько навалило, да? Да, но здесь тоже закрыли. Ну, отлично. Этого не слышно. Маратон, а, деватьё. Деватьё. Le 9 апрель. Апрель. На следующий год запиши, Серега. Я тебе деньги вышлю, ты запишешь меня. Его выпустили с дурки. Выпустили? Да, Коля говорит. Я на ЛДК уже гнал. Я замыкал в голове. И Бирабай, ныряю, выныриваю. Вы как заебали, как заебали. Там мне как по палке, говорит, то ныряет, то ныряет. Тебя развели дураком искать богатых с бабками. Авария хочет. Ну я сам пробовал. Обожди. Мельник это был, как говорится, в начале пути, а я уже жил в этом. Да, ты уже начал работать, когда они, он... Да, они же не знали ничего. Да, да. А тогда я был там, я молчал, что я делал. Да, да. Сейчас я могу рассказать, это история моей жизни, это, смех все это. А тогда, за 8 лет от тюрьмы. Да. Смотри, леса повалило сколько, да? Да. Ну надо, чтобы Володя сюда приехал, может кого-нибудь разведет с тобой. Не, тут уже схавали все, да? Тут во Львове в дурке лежал. Коля ему денег дал, отправил его в Ригу. Красивый прудик такой. Да, леса навалило, караул. Далеко еще ехать, Серега, нет? Ah ouais, il y aura déjà... je sais pas en fait, attendez je me renseigne.
Всех влазит. Я гостиницу, которую Серега продавал. Скажи, что ты ее продавал, эти там. Да продавал, ты да, не продал. Да, да, продал. А кто купил? Суши пойдем пошел, они копейки стоят. Слушай, да деньги у нас нету проблем. Я же помытый. Нет, слушай, нет, слушай, помытый, позавтракал. Все уже мы сделали. Все уже сделали. Никаких вопросов нет. Надо идти тогда перекусить, когда хочешь. Ну, в смысле, ты мне необходимость. Я сейчас пока я ничего не хочу. Мы все созвонились, все взяли, все сделали. Чего ты сказал? Шарики эти нафиг надо, я спросил, так сказать, надо шарики, Вовка говорит, не надо. Да хватит уже столько шариков. Ну, там у меня дома, в машине один и дом. Потом привезешь. Да, через неделю. Ну, вот, все. Может, залить где-нибудь там? Ну, иди, пройди. Просто так сказать. Давай. Только ты команда, очки можешь сказать, какой, так сказать. Вот. Потом развернись, так сказать, лицом туда, я хочу, а там, что ты знаешь, так сказать. Ну, типа так. Это вот от Гамаля привез вот эти все. Мешки? Смотри. А, иди вперед, я тебя сниму. И город сразу. А хорошо сейчас получилось. А там мы сидели напротив. Здесь красиво. Здесь летом красиво. Летом красиво вообще. А так все время куда вообще это самое, сам знаешь. Тихо, спокойно, полежал, почитал. А что эти быков сюда по сама слышали? Ну, в принципе, что-то эта поездка какая-то таких и гуляк особых и не было. Светку, Светку. Рахлина? Да. Олег говорит, это ты гальку рисовал, блядь. Гальку? Ну, гальку. Я-то помню. Да, гальку. А сейчас я приколю. Сейчас я приколю, когда ты камеру уплю. Да не, я сниму картину. Угу. Да и чё иди. Так а что Ольга сказала? Что это приехала? Да не, она что-то гонит, приехала, да приехала. Чё? Она говорит, у кого-то друга была. Вдруг... Тоже одноклассник, как мы с тобой. Угу. Так ты в сюжете картин засними. Mm-hmm. Чтоб так плавный переход был бы. Mm-hmm. Ну.
No.